Вопрос строительства церкви в поселке Чернышевский Мирнинского района стоит с момента основания прихода. В свое время был организован сбор пожертвований, но народных средств для решения проблемы оказалось недостаточно. Вопрос сдвинулся с мертвой точки, когда Якутскэнерго и несколько предприятий приняли решение о оказании финансовой помощи. Подробности далее. Предприятие «Западные электрические сети» Якутскэнерго одним из первых поддержало идею строительства храма в Чернышевском. Пожертвовало 20 миллионов рублей. Помогли и мирнинские предприниматели. Непосредственно курирует строительство один из предпринимателей или предприниматели нашего города. Это Жолоб Василий и Мирослав. Его компаньон, вот именно строительство храма в поселке Чернышевском. И там не просто храм, а там вместе с храмом сразу же вырос и приходской домик. Храм получился небольшой, площадью 136 квадратных метров. Зато будет свой, говорят местные жители. Сооружение из бруса простоит минимум 100 лет. Высота церкви почти 20 метров. Наверху уже сияют позолоченные купола. Каждый из них состоит из нескольких частей. Красоту наводили опытные специалисты. Очень много и очень кропотливые, обратите внимание, вот на эту шею, там, видите, даже вот ее, вот, делали какой-то рисунок, и с такой тщательностью, с такой любовью делают эти специалисты. В храмовом комплексе предстоит еще много работы. Внутренняя отделка, строительство ограждения, укладка тротуарных плиток. На это нужно немало денег. Сегодня в поселке объявлена акция по сбору и переводу денежных средств. Уже заказали и внутри уже и алтарь, и иконостас, и там и киоты будут. Все остальное уже будем там, я думаю, мы доводить дома. Прихожане не верят своему счастью. Совсем немного, и для них распахнет двери новая церковь. Здесь они будут совершать все православные обряды. Августа Степанова, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край».